За окном уже холодает, а значит, самое время позаботиться о братьях наших меньших. В городе уже начали развешивать красивые кормушки для птиц. Каждую из них сделали конаковские дети в рамках акции «Спешите делать добро». Городской конкурс на лучшую кормушку в этом году собрал свыше 200 работ, и членам жюри было очень трудно выбрать победителей. От имени главы города Конаково благодарим вас за то, что вы стараетесь украсить наш город. Вот теми вашими поделками, что вы сделали. Кормушки в этом году, как никогда, самые замечательные, такие красивые, мне кажется, произведения искусства. На торжественной церемонии награждения призов оказалось больше, чем планировали. Медалями и грамотами за третьи и вторые места наградили больше 10 человек. Среди них школьники младших классов, дети из детско-юношеских центров и воспитанники детских садов. Некоторые из победителей уже не первый раз получают награду от имени главы города, потому что активно участвуют в конкурсах круглый год. Вот давай ладошку. Поздравляем тебя. Сейчас мы тебе медаль оденем. Вот так. Вот поворачивайся, фотографируйся. В этом году отметили грамотами педагогов, которые принимали активное участие в подготовке конкурсных работ, поддерживали своих воспитанников, хвалили и помогали. А кубки за первое место по итогам конкурса на лучшую кормушку получили трое. Кирилл Пиунов, воспитанник детского сада номер 12, Алексей Дмитриев, ученик 3 класса школы номер 8 и Максим Кочеров, первоклассник 9 школы города Конаково.